20 тысяч участников, 8 этапов и финишная прямая. Заключительный забег туристического проекта «Бегом по Золотому кольцу» состоялся в Ростове. Главное событие спортивного праздника в материале наших корреспондентов. Это последний в сезоне старт для участников ежегодного проекта «Бегом по Золотому кольцу». Тысячи участников, опытные бегуны и начинающие спортсмены. У всех одна цель – достичь финиша. Лучшего предстояло определить в забегах на 3, 10 и 21 километр. Для людей с ограниченными возможностями модераторами также предусмотрели отдельный забег на 800 метров. Бежали в этот праздник и дети, и заслуженные ветераны. Для некоторых это увлечение на всю жизнь. Я единственный, кстати, человек на планете Земля, как 30 раз я пробежал Московский международный марафон мира. За рубежом больше сотни общих. Но такой организации, такой душевности, гостеприимства редко. Для многих бег не соревнование, а вызов самому себе. Более 20 тысяч участников в этом году пробежали по Золотому кольцу. Каждому досталось хорошее настроение и памятная медаль. Расставались с марафоном неохотно. А благодаря гостеприимству Ярославской земли можно быть уверенным, в следующем году аудитория марафонов будет только расти. Александр Рябков, «День в событиях».